их сторона, когда говорит, чтобы мы не, ну, не говорили об этом и так далее, они хотят вот этим самым как раз надавить на следствие, чтобы не вещали все средства массовой информации, прекратили об этом говорить. Нам закрыть рот они хотят этим самым. И потом потихонечку выгородить своего сына. Такое происходило уже, когда Бишимбаев, этот убийца, он подозреваемый. Когда совершил первое тяжкое преступление, это им удалось все понизить, все средства массовой информации, чтобы ничего не говорили, и потом принять вот это решение потихоньку его через 2 или 3 года вызволить на свободу. Но в этом случае здесь задета жизнь человека, нашей сестренки, и мы от этого не отойдем.